Сразу два случая бешенства зафиксировано в регионе за первую декаду ноября. Во вторник подтвердился диагноз у лисицы, которая дважды наведывалась на личное подворье жителя деревни Левиново Некрасовского района. Несколькими днями ранее в Вощажниково Борисоглебского района забрела бешеная енотовидная собака. В целом с начала года зафиксировано 28 случаев этого смертельно опасного заболевания.